Я офигел, я не ел быстрые углеводы, вот я ем все. Ну чё? Ну ты должен просто. Я просто ем мало. Ну, смотри, вот ты вот. И раз в неделю можно устраивать себе шаббат. Когда можно есть быстрые углеводы. У меня проще, вот. Я в пятницу обедаю. Это единственный день в неделе, когда я успеваю пообедать. Все второе. Вот в пятницу, у меня читать не завершился, я не пообедал. Не, я обедаю каждый день, но я ем два салатика. Таких причем. Два раза в листья салата с огурцом. А что я тебе говорил в жизни вообще? А? Я вообще не знаю, как себя. А что, у него есть что-то с видеокамеры вызывает, у меня вообще уже почет. У меня в прошлом веке я выкинул ее. У меня есть, я подарил тёще. Тёще, это правильно. Хочу всякую гадость дарить тёще. Нет, у меня хорошая HD-шная камера, она еще на диске писала. Не-не-не, я вас всех фотографирую. Мы сейчас встанем. Я вас могу по одному и всех вместе. Я не стал брать с собой фотоаппарат, решив, что лишний вес. Вес, да, я вообще приехал. Нет, просто обычно, когда я беру свой фотоаппарат, я с собой около 20 килограмм. Я думаю, что написать в Фейсбуке. Это же лицо человека, который сделал фотку, но не знает, что написать про нее в Фейсбуке. Понимаешь? У него прямо на глазах. Это... Да. Смотрите, куда собаку поставили. Да, фанаты. Собака. Жизнь собаки нелегка. Сверху стоит GPS-ничек, а снизу стоит еще одна камера, в смысле еще одна батарейка, потому что батарейка сжирает, особенно хорошие объективы, сжирает очень мгновенно. Поэтому... Объектив? Понимаешь, я не могу пока... Они больше. Ну вот где ты видел в Москве вот такие форды вот из грузовичка? Ну, много раз видел. Вот ты только что ехал в Хайлендер, точно ровно как мой, ничем не отличается, размер. Да нет, в Москве больше маленьких машин. Существенно. Не знаю. Может, потому что я стою в пробке всегда в центре. И когда я стою в центре, я даже на Инфинити чувствую себя лошарой, который случайно вышел из дома. Перестань. Ну, нет, в Москве много больших машин. По сравнению там, с Самарой какой-нибудь. Даже с... Но больших машин здесь больше. Просто мы сейчас погуглим с тобой. Средний размер автомобиля. Мы с тобой погуглим. Где-то большие машины. В Москве проходила биеннале современного искусства. А у нас есть такие приятели, такая интеллигентная еврейская семья. Такая крепкая, настоящая еврейская семья, такая прямо вот с правилами. И мы их привели в музей Ленина бывший, значит, на это биеннале. Слава пытался уйти, значит, когда мы поднялись на 4-й этаж, значит, там просто в окне дверь, такая деревянная, сбитая. С дырочкой, с надписью ВЦ, ты открываешь, выходишь, причем была зима еще, выходишь на сделанную деревянную площадку, и у тебя Кремль, ну, музей Ленина, надо понимать, да? И там стоит просто, ну, значит, вот нужник, значит, на стенах написано все, и он, в общем, так, в достаточной степени изгажен. И, в принципе, даже можно, так сказать, присоединиться к этому ко всему, потому что там внизу типа, какого-то ведра есть, куда все это типа падает. И вот ты понимаешь, что, ну, наверное, в этом есть какая-то, ну, правда, ты стоишь на хлипком деревянном помосте, перед тобой Кремль, это музей Ленина, который разобрали изрядно. И ты понимаешь, что и вот это современное искусство, оно как-то называлось, эта инсталляция. Она, ну, там, не знаю, нагать, наверное, может, нагать в центре страны, ну, в общем, трудно понять, да. И вот, и вот такое вот все. И... Не забудем, не простим. Да. И вот... Привет, опять твое же... Да? Вишня. Я не помню, как это называется. Цветочки похожи, как у сирени. Наталья, на познание в биологии, в смысле ботаники, мне нужно же попугать. Когда ты начнешь взять сорта конопли, и говорит, давай это, ты позаборись. Мы сюда приехали, чтобы всего нового. То есть мы там жили и знали все деревья. Сюда приехали, это же очень интересно.
как-то Сафрон Иванович покупали, мы были Сеткиными же на майские праздники, в 2001 году. Да. И подарил. Слушай, ты там не сомневаешься. Он туда. Он сейчас, да, через... Я думаю, надо ехать. Мне не все показывают. Я чувствую, что... Я с вчерашнего вечера уже знаю, понравился. Ну всё. Микроскоп. Пока тебе не весело. Do not look at sun through telescope. Я в каждой из кабин сейчас смотрю, вот он будет подарить.
Но мы думали, что... Мама, я не вижу, что... Тренер. Точно, Антош. Ну вот сейчас вот завершится один из самых важных гештальтов. Это гештальт будет называться «Монорейл в Сиэтле». Да, мы теперь его... Одни других снимают, едет в Монорейле, снимает, как Илья его снимает, и тут же постит на Facebook, потому что как без этого. А что делать с нами? Ну там типа сделать фоточку и загрузить ее на Facebook. Илюха оставит за собой миллиарды гигабайт снятого видео. Это правда. Мы едем на Монорейле. Господи, вот это случилось. Счастье какое. Это современное искусство. Удивительно, что... Удивительно, что он отпрыгивает на стыках, понимаешь, это... Так когда резиновое колесо едет, поэтому... Все, не на подушке. Это раз по дороге. Вечером интересно ездить на всех светлых. Thank you.
Сидят ли на мини-купер тоже является недоброй традицией? Да. Господи, я не могу, когда я себя достаю. Я помню, мы плыли, мы сидели...
много